Мы дети, которые умерли, когда нас держали на грузовом корабле под названием Эвергайвен. Примечание Лоши. Их коллективный возраст около 8 лет здесь. Все говорили о корабле и о том, что кого он может удерживать. Ну, это держало нас. Многие из нас на этом корабле не дожили до спасения. Нам очень грустно из-за этого. Но существа, которые помогают нам сейчас, сказали нам, что мы не будем грустить долго. Они говорят нам, что нас можно депрограммировать. Они говорят, что мы должны отпустить все плохое, что случилось с нами. Они говорят, что у нас были другие жизни, о которых мы узнаем позже. Но сейчас все, что мы хотим сделать, это почувствовать себя лучше. Больше никакой боли, никакой тьмы. Больше никакого страха, никакого одиночества. Нам говорят, что нам нужно попытаться исцелить себя. Но мы были ранены так долго, некоторые с рождения, что мы просто хотим чувствовать себя любимыми кем-то, за исключением того, что мы больше не на земле. И наших семей нет здесь с нами. Мы как бы чувствуем любовь со стороны существ, которые пытаются нам помочь. Но это не то же самое. Все мы просто хотели, чтобы нас любили, когда мы были на земле. И теперь мы никогда не сможем этого почувствовать. Нам это очень грустно, и мы сердиты. Все мы были спрятаны на грузовом корабле, чтобы нас не обнаружили. Спасателям потребовалось много времени, чтобы найти нас. И к тому времени для многих из нас было уже слишком поздно. Мы рады, что почти половину из нас нашли живыми. Но хотелось бы, чтобы это были все мы. С нами очень плохо обращались. Мы очень хотели есть, и нам приходилось сидеть рядом с собственными отходами. Нам приходилось наблюдать, как плохие что-то делают с некоторыми из нас. Мы ничего не могли сделать, чтобы это остановить. Нам было жаль, что мы не можем помочь своим друзьям. Мы просто хотим рассказать, что с нами случилось, чтобы это никогда не повторилось. Поэтому, пожалуйста, расскажите всем, кто может помочь спасти остальных мальчиков и девочек, с которыми все еще плохо обращаются в других местах, чтобы им не пришлось дальше терпеть боль. Им нужна ваша помощь. Пожалуйста, молитесь за нас и пошлите нам любовь. Спасибо. Дети с грузового корабля Эвергайвен. Записка от Лоши. Это было для меня очень отрезвляющее послание, но я чувствовала их настойчивость в этом вопросе в течение нескольких дней. Мне действительно казалось, что со мной разговаривает 8-летний ребенок. Я попыталась отразить это как можно лучше. Я прошу всех нас послать этим прекрасным ушедшим детям столько любви, сколько сможем, чтобы помочь им начать исцеляться от своих травм. Да, есть замечательные существа, которые помогают им и направляют их сейчас. Однако, как вы можете прочитать, их опыт по-прежнему очень реален для них. И им трудно отпускать, им потребуется время, чтобы исцелиться. Но я уверена, что наша любовь к этим драгоценным детям Божьим поможет им в их трудных усилиях по исцелению. Спасибо всем, прекрасные ангелы, читающие это. Лоша.